Так, фонарик Андрея БВГАТа. Это старая Тика XP, то есть тут раз режим, два режим, три режим и мигание. Выключаем. Плюс вторая кнопка ответственна за кратковременное включение, насколько вам нужно, пока вы удерживаете кнопку. Здесь можно сдвинуть шторку, и фонарь будет более-менее, ну, так вдаль светить. Вблизи же шторку задвигаете, и вот он светит вблизи. Питается от батареек 3А, и уже я его показывал в обзоре Тики фонарей. То есть там я показывал несколько Тик, старую, средней новости и самую новую. И вот там был этот фонарь уже. Показывал, как он светит ночью. Ну, ссылочку в описании оставлю. Ну, тут хороший фонарь. Ну, может служить много лет. Такой вот пецель. Это надежная, хорошая модель очень была. И шторка классная здесь, конечно. Компактный очень корпус. Угол отклонения достаточен. То есть вот, светить на руки, под ноги. И такой прочный пластик. Мне кажется, вот этот пецель, он даже лучше, чем я, например, пецель Тактика. У меня был на обзоре. Вот у Тактики, у нее какой-то корпус не из такого пластика, а из какого-то более худшего. То есть, блин, раньше было лучше, раньше и все было лучше. Машины были лучше, телефоны мобильные были лучше, фонарики были из более качественных материалов. Складные ножи были лучше, более такие качественные, я не знаю. Сравните Enduro, там, Spyder Enduro 2000 года со Spyder Enduro 2016 года. Модель там немножко поменялась, но качество исполнения тоже изменилось, стало хуже. Ладно, все, не будем об этом.